дорогой избирательной комиссии. И на сайте избирательной кампании мы, в принципе, имеем уже неплохо. И нам очень важно 4 декабря, чтобы эти результаты, которые мы покажем, мы Я рисую смело мир, труд, май.
Спасибо. А торшер-то не работает! Стыдись, директор завода электроприборов! Ты потерял доверие советских комбайнеров! Ведь хлеб, добытый кровью, людьми употребляется! А торшеры твоего завода на свалке пусть валяются! Мне хочется поблагодарить все делегации, которые сегодня, все эти дни были с нами. Наверное, в первую очередь Санкт-Петербург, Анну Клочкову, Романа Кононенко, которые помогали новгородской организации, в организации этого нашего слета. Вот. Вологодская команда, самая, наверное, здесь интересная, веселая. Давайте ей поаплодируем, да, ребят. Саш Протасов. Наша делегация действительно очень понравилась. Вот, несмотря на погоду. Ну, погода нормальная. Все... Нет, не подвела. Она нормальная для Питера, нормальная для Вологды, для Карелии. Да, то есть нормальная северо-западная погода. Пухат, все равно не видно. Спасибо огромное за то, что вот лично даже для меня, что я познакомился с вами. Спасибо вам большое, ребят. Очень понравилось все. Замечательно. Много полезного узнали для себя. Самое главное, что ребят мы можем вывести, чтобы все познакомились, подружились, общаемся регионами. Вот. Косте Иванову отдельное спасибо. Молодец. Вот, занимается всем. На самом деле это очень сложно все организовать. Товарищи, два слова. Очень хорошо, что все серьезно подошли к той программе, которая у нас была. Можно сказать, что программа была не напряжная, то есть мы совместили здесь приятное общение, хороший отдых и работу, подготовку наших активистов на благо нашей партии для помощи, всемирной помощи партии, потому что мы не должны забывать о том, что комсомол – это самый надежный, самый верный помощник нашей коммунистической партии. И этот лагерь, этот слет доказывает еще раз известную ленинскую фразу «учиться, учиться и учиться, еще раз учиться коммунизму». Давайте вместе будем учиться коммунизму. Ребят, ну хочу сказать большое спасибо, что вы все приехали. Очень рада всех видеть была. Я вот этот раз
первый раз участвовала в составе организаторов. В прошлом году отдыхала, в этом году поучаствовала как организатор. Поняла, насколько это тяжело. Понимаю Константина. Хочу сказать огромное спасибо нашему Костику. Костика очень люблю. Он вообще большая умничка. Прошу поаплодировать ему обязательно. И хочу сказать, что на следующий год могут сложиться обстоятельства так, что у меня не получится быть как организатор, а как приглашенная. И я уверена, что пройдет все на достаточно высоком уровне, набираемся опыта. Всем большое спасибо, всех люблю, ребят. Приезжайте еще. И Сережа тоже. Теперь передо мной тихая печаль, крылья за спиной. И я не одна, а со мной стоят. Капельные цветы, падают все мосты. На небо падаем мы, молчит, не дает ответ. Вам понравилось? Да! Очень понравилось! Что-то у тебя.